Шановні телеглядачі, вітаючи вас, я маю попросити кинути на оці 20 хвилин свої поточні справи, бо зараз ми поспілкуємося стосовно, от, здавалось би, такої окремо взятої, як колись казали, справи, але вона досить типова, на жаль, у нас час. І тут треба, щоб ми усі гуртом до цього поставилися дуже прискіпливо і серйозно. Ну, давайте введемо в курс справи, хто в нас глава делегації. Давайте ви, Олександр. Давайте я начну, да. Ну, хотелось бы сегодня обсудить проблему, которая, на наш взгляд, сводит на нет все усилия власти сегодня по борьбе с коррупцией в стране. Речь идет о том, что в последнее время очень участились случаи рейдерских захватов сельхозпредприятий, и в частности у нас в Одесской области, в округе, который мы представляем, в наших округах на юге Одесской области. Это касается Болградского района, село Криничное, это касается Тарутинского района, вопросы, связанные с, точнее, Кирийском районе, село Приозерное, и село Плахтеевка Саратского района. Вот все эти села объединяет одна и та же проблема, проблема попыток захвата сельхозпредприятий, причем предприятий, которые имеют давнюю историю, которые из себя представляют сегодня крепкие хозяйства. И вот эти проблемы нас вынуждают сегодня вот, их обсудить в прямом эфире. Но на фоне этих проблем, буквально меркнут эти проблемы на фоне того, что происходит сегодня с другой темой, которая имеет место, опять же, в Криничном районе, в Криничном Болградского района. Эта тема связана с попыткой возврата, незаконного возврата НДС в больших объемах, в больших суммах. Речь идет о, на сегодняшний день нам известно, о 14 миллионах гривен, которые сегодня пытаются или получили предприятие, которое я сейчас назову. Это сельхозпредприятие «Зеленая плантация», «Диас», «МВ Фрукт», «Зеленый капитал», «Агроплюс», «Агростарт ЛТД» и «Лоза Новоозерная». Дело в том, что эти предприятия зарегистрированы, сегодня заключают договора. Эта практика распространяется, я сказал уже, на Болградский район. Есть у нас примеры в Тарутинском районе, поселок Березино, в Измаильском, Новоозерное. Эти предприятия заключают, как я сказал, договора. Эти договора липовые. На самом деле никакой земли, на которой они производят сельхозпродукцию, у них нету. Проверки это установили. И таким образом, показывая свою деятельность на вот этих виртуальных землях, которых по существу не существует, они таким образом возвращают большие суммы НДС государственных денег. Вообще, простите, как это возможно? Ну, в городе куда ни шло, там родной брат может жениться, а я могу об этом даже и не слыхать, тут миллион человек. В деревне все на виду. Помните эту замечательную песню? От людей на деревне не спрятаться. Невозможно в районе у нас не сойтись, разойтись, не сосвататься в стране от придирчивых глаз. И вдруг такая миллионная махина под носом у тех, кто видит и знает все. Как это можно осуществить? К сожалению, сами понимаете, что, к сожалению, это имеет место. Это факты, которые сегодня следствие уже установило. Мы сегодня не предъявляем, так сказать, здесь в студии определенные документы, но эти документы имеются в наличии, которые подтверждают эти факты. Следствие заинтересовалось личностью Велихова Степана Лазовича. Это председатель сельского совета села Криничное, который на сегодняшний день, у него на домашнем адресе зарегистрировано предприятие «Зеленый капитал». Его, значит, это адрес Болградский район, Криничное, Мичурина, 175, домашний адрес Велихова. На этом предприятии, значит, директором, учредителем является его водитель в предприятии «Орион», Радио Федор Георгиевич. Второе предприятие, «Зеленая плантация», тоже зарегистрировано у главы сельского совета дома по этому же адресу. Директором там тот же Радев. Можно продолжать этот список. Вот что касается Радева, он числится в ряде предприятий «Дигас», «МВ Фрукт», «Агростарм Плюс». Он является и учредителем, и директором в ряде предприятий. И он же
Он же, эти предприятия, когда следствие стало заниматься предметно этими вопросами, эти предприятия, можете себе представить, водитель, простой парень из Криничного, перерегистрирует эти предприятия и, соответственно, учредителей, директоров, соответственно, в Киев, Харьковскую область, Житомирскую область, Днепропетровскую область. Это делает вот простой водитель. Поэтому следствие, естественно, мы по этим фактам поехали, к нам обратились жители этих сел, и мы поехали туда, вот в этом составе, плюс к нам присоединились два помощника депутата Верховного Совета, Антон Иванович Кисель, лидера нашей партии. Мы поехали туда для того, чтобы людям разъяснить на месте. Попали на сессию поселкового сельского совета, куда нас, собственно говоря, не допустили, пытались не допустить. Мы, конечно, туда попали, на эту сессию, но людей, которые хотели, жители этого села, так и не допустили на эту сессию. И я должен отметить по этому факту мною уже... Есть обращение к председателю областного совета Урбанскому Анатолию Игоревичу, есть обращение в СБУ по факту недопуска нас на сессию и поведения, соответственно, сельского головы, и на сессии присутствовал председатель районного совета Димитров, которые вели себя просто непозволительно для людей с этим вот... А конкретно? Занимающими. Но, попросту говоря, мешали нам... Мешали проведению сессии, срывали сессию, но наши не давали нам возможность выступить. Мы хотели просто задать вопросы. Хотели задать вопросы, связанные с этими фактами, разъяснить эту ситуацию депутатам и людям, которые там живут. Мы хотели спросить, где эта земля. Пусть бы он, председатель сельского совета, выехал и показал. У него была возможность, так сказать, людям продемонстрировать, что у него эти факты, они не, скажем так, не имеют к нему отношения. Вот он, я прошу прощения, давайте подключим еще участников нашей встречи. Вот я, например, горожанин. Мы сейчас обращаемся не только к тем, кто нас видит и слышит в 26 районах области, я надеюсь на это, но и тот миллион жителей, которые есть в Одессе, они далеки от сельского хозяйства. Как это перевести на общий зрительский язык? Земля есть, но ее нет. Что это значит? Кто объяснит? Я думаю, Владимир Игоревич... Владимир Валерьевич вам сможет об этом сказать, и потом... Я что могу сказать? Вообще речь идет о банальном, мой коллега рассказывает, о банальном так называемом конвертационном центре, или, попросту говоря, в простонародье, яма. Когда создаются ряд предприятий, целью которых не является осуществление предпринимательской и хозяйственной деятельности, они создаются для заключения фиктивных договоров друг с другом, с другими предприятиями. Таким образом, данное предприятие проводит так называемое обналичивание денежных средств или создание налогового кредита, то есть для возмещения НДС, либо для неуплаты налогов государству. Это довольно-таки распространенное явление в стране. Вот, и оно уже, к сожалению, появляется и в сельской местности. О чем тут речь? Речь о том, что поселковые советы имеют в своем распоряжении определенные земли. И поселковые советы заключают фиктивные договора на земли, которые уже переданы в аренду, то есть их нет столько земли в пользовании поселкового совета в собственности. Заключать данные эффективные договоры вот с этими предприятиями, которые вот мой коллега их указал. Такие договора они не исполняются, то есть земля не обрабатывается, земли нет вообще этой. Это способствует уклонению от уплаты налогов для данных предприятий. А размеры там приличные, да? Ну, размеры, как правило, колеблются. Вот недавно все слышали, Служба безопасности Украины, по-моему, это было в Харьковской области, они выявили конвертационный центр, то есть яму оборотом более 300 миллионов гривен. Здесь мы пока обнаружили порядка 14 миллионов гривен, но это всего лишь два села, да, и это пока то, что удалось нам выявить. Знаете, одесситы, когда слышат такие суммы, они говорят, согласен на любую половину, да? Да. Тем не менее, а на что же они рассчитывали? Ведь они прекрасно понимали, что сельчане так просто за глаза на это не закроют. И не закрыли, как я понял, ведь у вас сигналы это от простых людей пришли. Вот давайте я скажу. Дело а что, чистая том, авантюра? Что, дело в том, что этими делами не занимаются сами селяне, а люди, которые отработали в свое время в налоговой инспекции, в органах, поэтому они знают, как это все делается. А для простых селян на сегодняшний день вникать в такие процессы, во-первых, для них они невидимы, они
о них не знают, пока мы вот открыто в эфир не скажем. Вот и все. Люди сейчас на данный момент озабочены другими проблемами. Как выжить, а не как вникать в то, что они не знают, понимаете? Вот, это ремарочка. Хочу еще дополнить, хочу поздравить сегодня всех десантников, которые служили в ВДВ, в аэромобильно-десантных войсках, пожелать им крепкого здоровья и крепкого духа десантского. Вот и все. Ну и, наверное, когда они будут возвращаться после службы домой, а многие же сельские жители, чтобы они, в общем-то, проявляли примерно такую же активность. Могли наводить порядок, да. Я хотел бы сказать, вот почему так происходит и почему на сегодняшний день мы вот вынуждены сегодня в прямом эфире об этом сказать, потому что наша задача вот этому придать гласность. Если будет гласность, то мы надеемся на то, что я... Кроме того, мы направили свои депутатские звернения уже во все службы, которые этим должны заниматься. Это и прокуратура в области. Я был лично у прокурора в области по этому вопросу. В СБУ, как я сказал, вот, все службы практически получили. Я хочу один факт сообщить, который вот имел место. Прокуратура Измаильского района занимается этим вопросом предметно. Есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы это дело довести до логического завершения. Было решение суда и выемка документов в одном из офисов в Измаиле, вот этих вот налоговых ям. И там по случайности оказался вот этот Велихов Степан Лазаревич, который уже был сегодня назван. И что случилось дальше? Документы были изъяты, начала заниматься прокуратура, начали вскрываться некоторые факты, которые непосредственно, так сказать, давали развитие этому делу. И моментально, значит, мешались люди заинтересованные. В итоге судья, измаильский судья, я его фамилию хочу назвать, Бурнус, ООО, принял решение в пользу вот этих людей, которые украли 14 миллионов гривен и продолжают этим заниматься. И сегодня вот на совести вот таких людей, мы, конечно, это дело без внимания не оставим, будет еще, я надеюсь, со стороны прокуратуры апелляция, мы будем непосредственно участвовать в этих вопросах и добивать это дело до конца, пока мы не все наказаны, люди не будут здесь наказаны. Потому что, я как уже сказал, это все расплывается по всей области. Я уже привел факты по Тарутинскому району, Измаильскому району. Ну, судья, как говорится, тоже в душе человек, и, в общем, давным-давно известно, особенно в последнее время, как часто бывает, что блюстители закона как раз и оказываются замешанными в этом. Но на таком уровне, в такой стадии авантюры обычно стараются трезвые авантюристы найти общий язык вот с вами. Нет таких вот тенденций, чтобы как-то дело спустить на тормоза? Мы общего языка не хотим. Мы хотим просто действительно наводить порядок. Почему? И это надо начинать, наверное, с судебной системы. Почему? Потому что все оно выносится на общий взор. И где-то там в судебных кабинетах оно просто утаивается, замалчивается. Каким образом? У нас ситуация то же самое была в Приозерном Килийского района. То же самое. Непонятные люди зашли в колхоз. Колхоз СПК, который действительно работал без долгов, без ничего. Я даже могу фамилии назвать. Есть такой фермер Валерий Решетник. По каким-то непонятным вот меркам он зашел туда. По каким причинам? Когда мы выяснили все, оказывается, ему дал добро на это бывший депутат Верховной Рады Александр Дубовой. Оказывается, Дубовой замешан в этом всем деле. Он сказал: да, я вам разрешаю заходить туда, заходите туда, вот и делайте с хозяйством то, что вы хотите. Вот и вчера, на прошлой неделе мы общались с Решетником, и он еще открыто нам сказал, что я за это Дубовому дал денег, чтобы туда зайти, понимаете? А теперь помогите мне вернуть свои деньги. Он открыто это заявил при людях, это все мы сидели там вот за круглым столом. И что получается? Бывшие депутаты Верховной Рады, вот они позволяют этим беспределам быть у нас там. А вы говорите, селяне. Что селяне простые могут сделать? Ну, всегда ли, во всяком случае, они могут, соответствующие органы. И, наверное, все-таки я чувствую, у вас есть уверенность в том, что так просто это дело не кончится. Что, ну, конечно, не кончится. Восторжествует. Нужно только проявить волю, так сказать, последовательно. Мы сегодня здесь, я хочу, пользуясь случаем и средством массовой информации, еще раз обратить внимание на эти факты и провести свои журналистские расследования для того, чтобы помочь эту проблему скрыть, для того, чтобы мы ей придали гласность. Только гласность и участие самих людей в этой проблеме, мы это будем этому способствовать,
если нам это удастся, я уверен в том, что нас ждет успех в этом вопросе. Что значит, если удастся? Вы-то назад не собираетесь поворачивать? Мы не поворачиваем назад, мы это доказали в Приозерном, вот коллега мой сказал об этом. Сегодня, слава богу, в Приозерном люди собрали вопрос свой закрыт. Урожай и закрыли, закрыт вопрос в Приозерном. Тоже не такой вопрос был достаточно сложный. То есть дешевенькая удалось. Авантюра, это на арапа все это было. Не это дешевенькая. На тот случай, если вы не вмешаетесь. Об этом вопросе узнал аж президент Украины. Петр Порошенко, он об этом знал лично. Мы встречались всей фракцией, наша фракция, наш край встречалась с генеральным прокурором в полном составе по этому факту. Мы обещали жителям, что мы доведем до конца это дело. Мы встретимся с генеральным, мы встретились всей фракцией и довели. И в результате мы имеем сегодня там то, о чем я говорю, есть показатели. Люди сегодня свой урожай собрали, они довольны и готовы свое хозяйство дальше развивать. Ведь проблема в чем? Что вот эти все проблемы, они в конечном итоге ведут к тому, что разваливается базовое хозяйство. Разваливается базовое хозяйство, значит разваливается село. Если говорить о Криничном, это село, там, если я не ошибаюсь, там 4,5 тысячи жителей. Это достаточно крупное, с инфраструктурой, сохранили люди свое хозяйство, сохранили садик, сохранили школу, все есть. И вот такие попытки сегодня, вот эти люди заходят, пытаются, так сказать, раскачать лодку и на этом фоне, значит, разорвать это хозяйство, базовое хозяйство. То же самое происходит вот в Водечень, я назвал Волгоградский район. Сейчас вот такие последствия могут оказаться и в других местах. Поэтому мы здесь, поэтому мы об этом сейчас трубим во все колокола. Но вообще принято считать, что это правонарушение. Ну, в худшем случае, уголовно наказуемые деяния. А если дать этому политическую оценку, то эти преступления ведь против независимости и безопасности государства. Вы, наверное, не случайно по этому поводу говорили с нашими органами соответствующими? Безусловно. Мы, конечно, придерживаемся прежде всего законной, так сказать, линии поведения. Мы используем все законные методы для того, чтобы доказать людям, и себе, и людям, и сохранить эти хозяйства, что есть в стране есть порядок, есть государство, есть государственная власть. И при определенных обстоятельствах оно все работает. Да, есть сложности, есть трудности, мы сегодня с этим сталкиваемся все вместе, но если мы будем неравнодушны к этим проблемам, то Приозерное показало, что можно добиться результата и наказать виновных. Я думаю, что здесь мы, я уверен в этом, что здесь будет точно такая ситуация. А может быть, в связи с тем, что последствия эти касаются безопасности государства, а не просто какой-то там правонарушительный момент, может быть, есть смысл обратиться в соответствующие департаменты, чтобы мы усиливали ответственность за эти вещи? Потому что она смехотворная, эта ответственность. Ну, заберут у них то, что у них им не принадлежало, и скажут, ай-яй-яй, ты не прав. А ведь люди подрывают основы державы. Может быть, есть смысл в этом направлении поработать? Есть смысл, и я уже упомянул Антона Ивановича Кисе, депутата Верховного Совета, лидера нашей фракции. Он делает как раз эти шаги, и вот непосредственно его участие во многом повлияло на ситуацию в Килийском районе. И я думаю, что и здесь, и я думаю, что вот по итогу всех этих событий мы будем ставить такие вопросы, в том числе и на уровне государства. Полминутки попрощаться со зрителями, мы еще встретимся, я надеюсь, не раз, дело того стоит. Но главным образом всеми, кто сейчас там дома смотрит на вас, слушает вас и надеется на вас. Ну, прежде всего, я хочу всем сказать, что успех придет, если мы все вместе с этим будем бороться. В том числе и те люди, которые пострадали, которые сегодня готовы нам подставить плечо, а мы, в свою очередь, їх підтримувати. Вдячні. Шановні друзі, бачите, я нічого не перебільшив, коли сказав, що торкається в кінечному рахунку це усіх та кожного. От окрема справа – село. Сел багато хуторів в Україні, міст також вистачає. Але дивіться, в кожному окремому, окремо взятому випадку – це те, що виходить на уособлення ситуації, яка відбувається в країні. Департамент поліцейський, департамент безпеки України і наші народні депутати – це само по собі, але ми з вами, нас багато, нас більшість, і якщо ми поєднаємося, то, може, це буде скоріше. А ті, хто такі авантюри налаштовують, вони, може, ще й подумають, що варто, бо можна і добре попотилися отримати. Усіляких вам гарантів.